Механически? Механически. С помощью давления масла? С помощью инерционной силы. Какой силы? Инерционной силы. Да. Но ты прилагаешь к этому силу, чтобы она переключилась? Она сама прилагает силу. Нет. Вот ты накрутил газ, да? Поднялись обороты, у тебя кулачки разлетелись. Автоматически? Зацепились, блядь. Блядь. За что? Автомат, объясняю тебе, у тебя вот поднялись обороты до определенного режима, у тебя шестеренки скидывают. Там нет шестеренок. Там планетарная система, это разные вещи. Хорошо, не санитарная. Планетарная система, знаешь, что такое? Санитарная? Коробка. Автоматы, что за система санитарная? Какая? Планетарная система. На самом деле мира тоже планетарная система, но коробка автомат на Infinity, на FX, блядь, у них там всех практически, всех вариатор. Там, блядь, ебать, ремень стоит. А ручку-то кого? Мощный вариатор. Кого? Не отполировали? Коля, чтоб ты понимал, Для того, чтобы ты это понимал, мне надо снять крышку двигателя на мопеде и понять или показать, и все. И все, и вопросы все отваливаются. Я это понял. Автомат. Какой автомат? Ну, а что круче, вариатор или автомат? Вариатор. Вариатор? Да. А чем? А тем, что ты, блин, с первой передачи, допустим, ну, ты трогаешься, да? Ну, да. Нажал 5000 оборотов в минуту. И у тебя вот как они нахуй нажались эти 5000 или 7. И пока у тебя 4 или 5 или 6 передача нахуй не включится, у тебя вот 6 всегда. Ни вот этого нету. У тебя вот так. И ты хуяришь постоянно в наборе. Понял? Да. Нету. Понял? Это вариатор. Это вариатор. Это не до конца, пока ты нахуй не докрутишь. Да? Да. Тарелки, ебаная, я сейчас крышку сниму, ты все поймешь. Че, у меня мопед на 50 кубиках 85 едет. И нету там коробки передач. А у меня был мопед, он 85 не ехал. Но она является автоматом. Он мне на посмитного 60 едет вдвоем. Вариатор, ему чуть тяжело, он скинул. А во вторе, а знаешь, как пишут китайцы? У него вот так вот работает. Есть робот, а робот это что? Робот это, ну, блядь. А ну расскажи.